Всем привет! Столкнулся с проблемой, надеюсь, она будет актуальна и для вас. Проблема заключается в том, что у нас есть несколько разъемов выхода видеосигнала на системном блоке, а именно это DVI. Как видите, здесь нет усиков. Если бы были усики, то есть дополнительные контакты, то он был бы у нас аналоговым. Но в нашем случае DVI цифровой, в том числе и HDMI. Таких системных блоков у меня два, и их необходимо подключить к VGI разъему. Допустим, на одном из системных блоков у меня есть все разъемы. И DVI цифровой, и HDMI цифровой, и VGA аналоговый. Но, к сожалению, на этих блоках нет. Можно было бы использовать различные переходники. Допустим, переходник с DVI на VGA, или же переходник с HDMI на VGA. Но так работать не будет, потому что цифровой сигнал не будет преобразован в аналоговый. И это есть проблема в данном случае. В общем, рассказываю, что делать. У нас есть преобразователь. Здесь у нас разъем HDMI, а здесь VGA. То есть он преобразует цифрового в аналоговый. И только этим способом можно будет подключиться к монитору старого образца. Только лишь так. Сейчас будем пробовать это сделать. Если вдруг возникнут проблемы со звуком, потому что HDMI как бы берет звук на себя, то можно просто купить преобразователь сразу же с разъемом и сюда просто потом AUX вставлять, или же наушники, либо же колонки. Но вообще в целом это все настраивается в драйвере, но если вдруг вам неохота или нет знаний таких, то просто берете переходник со звуком. И обратите внимание на то, что изображение у нас появилось. Без преобразователя этого у нас сделать не удалось бы.